И, кстати, это прояснило, это дало ответ на всю вот эту 15-летнюю дискуссию о расширении НАТО. Вот это бешеное сопротивление российской всей дипломатии, пропаганды, вступлению в НАТО восточноевропейских стран. Ну и вот вокруг Украины эта дискуссия уже 15 лет длится. Это знаменитый диалог Путина с Бушем на саммите в Бухаресте, когда практически он заставил Запад отказаться от перспективы вступления Украины и Грузии. Но он объясняет, ты понимаешь, Жорж, это Украина, такого же государства нету. Это вот кусочек оттуда, кусочек отсюда и так далее. Вот почему, например, так добивался Путин, да и до Путина, и ельцинская дипломатия. Вчера все говорили, чтобы Украина не была членом НАТО. А вот мы сейчас видим, почему им это нужно. Это не потому, что Латвия стала, Эстония, члены НАТО. Чем это плохо для России? Никакой угрозы представить, что Латвия и Эстония нападут на российскую. Нет. Что изменилось, что Латвия и Эстония члены НАТО? А вот что изменилось. Выяснилось, что нельзя безнаказанно нападать на Латвию и Эстонию. Вот разница между членами НАТО и не членами НАТО. Она заключается в том, что на членов НАТО Россия не может напасть безнаказанно, не получив немедленный ответ всей мощью организации НАТО, включая ядерное оружие, если потребуется. А на Украину может. Потому что и сегодняшний уровень поддержки Запада Украины, он больше, чем я ожидал. И мы, может быть, об этом поговорим. Но вы должны совершенно четко понимать, что сражаться на вашей территории государства-члены НАТО не будет ни в коем случае. Дай бог им выполнить свои обязательства по статье 5 в отношении тех членов НАТО. И они оказались на высоте и сделали все возможное, чтобы это продемонстрировать. Так вот и открывается секрет, почему Москве нужно было, чтобы та или иная страна... Потому что если эта страна не член НАТО, Москва сохраняет за свое право безнаказанно, ну, в смысле, без сопротивления военного западных держав делать с этой страной, что хочет.